Люберецкие депутаты провели расширенное заседание. Официальная встреча стала финальной в этом году. Это стало поводом подвести итоги работы. Результаты труда народных избранников резюмировал депутат Московской областной думы Игорь Каханый. Он высоко оценил успехи люберецких коллег. Хотелось бы всех поблагодарить присутствующих в зале за ту совместную работу, которая была организована между депутатами Московской областной думы и, соответственно, депутатским корпусом городского округа Люберцы и администрация городского округа Люберцы, особенно что касается реализации национальных проектов и государственных программ на территории округа. Депутаты успели решить и несколько рабочих задач. Они рассмотрели вопросы повестки дня, приняли изменения в бюджет и одобрили ряд предложений администрации. Привет, я Мария Антонова, и вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.